Добрый день, дорогие гости! Мы рады вас приветствовать на территории Херсонеса. И сегодня мы с вами познакомимся с храмом с аркосолиями. Сам храм был открыт в 1964 году. Свое название он получил благодаря разгрузочным аркам, аркосолям, устроенных в его стенах. Во время раскопок этого храма было найдены останки около 400 человек. Этим он представляет интерес, хотя сам по себе был небольшим, одноапсидным. Обряд захоронения в античности отличался от обряда захоронения в среднем века. В античности в основном было трупоположение, трупосожжение, производили кремацию, прах складывали в специальные керамические сосуды, урнам или использовали ящики оссуари. А в средние века уже тип захоронения меняется. В основном хоронили на городском кладбище за оборонительными стенами, причем могилы использовали вторично. Вытаскивали останки и перекладывали их в специальные костницы, которые устраивались в храмах с часовнями. Во время раскопок этого храма было найдено 9 могил, в каждой из которых находилось от 5 до 45 костяков. Само внутреннее убранство храма было достаточно простым. Стены расписаны были фреской, пол вымощен каменными плитами. Сам храм имел два входа – северной и северо-западной стороны, один из которых выходил на поперечную улицу. Он и связывал этот район с центром города. Он был построен в конце XI века и просуществовал до конца XIV. Мы с вами познакомились с храмом с аркосолиями и ждем вас в Херсонесе. До новых встреч!